Всем привет, с вами канал Алекс Дэн Про, и Мерлок предлагает вам окунуться в замечательнейшее путешествие в мир LEGO Nexa Knights. Так, идет загрузка. Вот у нас идет одна из таких зон. Так сказать, предпоследняя, затем будем забивать босса. Так. Кого нам выбрать? Какие рыцари, какие силы? Сейчас мы все узнаем. Так. И я предлагаю выбрать Аксла и Клея. Так, Некса силы. Рекомендовано. Как вы видите, в правом верхнем углу есть рекомендованный вариант Некса сил. Предлагаю для начала начать все-таки. Вот такая вот у меня еще новая Некса сила есть, отсканировал совсем недавно. Но она тут тоже не подходит. Так. Такой вариант, такой, ага. Вот этот вот подходит, да. Перцовый дождь, отлично. Так, ну посох Мерлока оставим, пожалуй. Опустошение, так, а ну-ка. Вот стремительная атака, кстати, очень быстро перезаряжается, поэтому будем использовать ее. Отличная штука. Против Око Дефрагментатор. Вот так вот. Очень-очень серьезный малый. Так. Значит, использовать мы ничего тут не будем. В этом нет необходимости. Так. Красивая картина. Озера, река вроде как. Горы. Итак, Аксел в коричневых штанах. И с огромным топором. Ну, где желающие получить и расписаться? Так. Так. Это какая-то фабрика. Видите, по сбору, видимо, каких-то передвижных средств. Хлоп. Так, отходим, отходим. На, получай. Получай, злодей. Хлоп. Так, отлично. Почти 4 тонны. Да, так не кисло заряжает. Ого. Это же огромнейший какой-то... полукот, полумышь. Так. На, получи. Хлоп, и все. И вопрос решен. Потому что Аксел умеет решать вопросы. Ха! Всех. Еще есть. Но ничего, на всех хватит. На. О, вот это вот, смотрите, уже какой-то крутяк. Видите, он держит удар хорошо. Вот. Хлоп. Еще. Еще хочется. Вот это прям удивительный персонаж. А что это он такое делает? Ай-яй-яй-яй, он стал сильнее. На. Все. Так, а ну-ка, сундучок серебряный. Так. Средняя награда, значит, должна быть там. Вот и мяско там было, да? Идем дальше. Так. Ну, кстати, стали гораздо сложнее наши враги. Вот. А это еще что такое? Ого! Это какие-то... как шестеренки, да, вот на вид такие. Предлагаю использовать стремительную атаку. На. Пробивает насквозь. Очень-очень опасный соперник. Так, игра, как вы видите, стала более красочная, более динамичная. Вот, просто супер. Да, так.
Еще один. Отлично. Собираем осколки памяти Мерлока. О, появились, да, значит, не запылились. Мерлок должен нам помочь. Один я не справлюсь. На, лазером так. Эта часть Нексосила мне больше всего нравится. Так. И новые Нексосилы Мерлока, они как бы комбинированные, то есть разные плюшки производят. Так. Да. Да, держит удар хорошо. И броня у него там, видимо, отлично. Обступили со всех сторон. Мелкие, но такие шустрые. Так. Только заденет слегка, уже сразу взрывается. Хорошо, что Аксел у нас крутой. Так, а ну-ка, перчиков. На, на. Сейчас будет взрываться он, да? Бубух. Впечатляет. А Дракоша тебя не впечатляет случайно? Бах! Вы видели, пробил его именно, протаранил прям. Ха! Вот это рубака так рубака. О, золотые свитки уже второй раз. По два штучки выпадают. Так, что у нас здесь? Давайте посмотрим. Фух, один уровень добавили, отлично. Так, ну Нексосилы, понятно, прокачаны. Так. Шлем. Угу. Вот, штаны это хорошо. Так, да что ж такое, на Аксла мало приколов дают. Штаны и штаны, ладненько. Давайте посмотрим теперь битву с боссом. Так. Наконец-то. А, так, последнее задание. Стареющая нежить. Хо. Так. Мини-мульт обязательно нам покажите. Очень хотим увидеть. Так. Боевые доспехи. А у нас комбо-щит. Ха, стареющая нежить. У нас комбо-щит, понятно? Так. Комбо-щит. Возьмем какой-нибудь из матерых, да? Да пусть даже этот и будет. Мне он понравился. Ну, показывает, что не очень, но я, пожалуй, его использую. Отлично. Да. Мини-мульт все-таки решили нам не показывать. Видимо, мы себя плохо вели в этом году, да? Что нас решили не это самое, не баловать такими всякими мини-мультами. Так, ну что, давайте что-нибудь взорвем. Хочется что-то взорвать прям. Баба! Хлоп! А, 14 тысяч! Вот это да! И он выдержал такой урон. Вот это вообще крутяк, так крутяк. Хм. На, получай.
Хлоп. Да, тут мечом нужно махать очень много. Хорошо, что он в механических доспехах. Никогда не устает. А теперь давайте сделаем вот так вот. Бабах! Да их тут просто тьма. Лезут все новые и новые. Да, то уровень так уровень. Действительно сложный. Чу, пора прорывать кольцо. Так. Деревянный сундучок. Бронзовый, да? Или как он там еще называется? Ну ладно, будем надеяться, что там хорошие компоненты. Тьфу. Проскочили, да? Видели? Абашу. Это какая-то опасная магическая земля. Руина Стоунхарт. Ну, тут, наверное, имеется в виду перевод как каменное сердце. Стоун – это камень, а Харт, наверное, сердце. Конечно, правописание может быть немножко другое на английском, и значение, соответственно, тоже. Но я почему-то думаю, что это именно так. Ого! Ничего себе вот это надо выдает тут нам. А ну мы тоже тогда сейчас зарядим. Ха! На тебя по 20 тысяч! Тысяч! А ну, Мерлок, давай, навали ей. Навали ей хорошенечко. Давай, Мерлок. Наваливай. Хух, Мерлок, молодец, помог. Очень хорошо. Потому что, как вы видите, руина что-то это разошлась прям. Это и бомбы, и призывает постоянно кого-то. Еще, Мерлок, помоги. На, сразу всех, еще разочек. Ха. Отлично. Все, Мерлок надавал ей так надавал. Ну, Мерлок, он вообще очень крутой. Так. Крутяк. Так, а ну что нам тут дали? Так, 74 уровень, отлично. Так, понятно все. А вот здесь вот оно, так. Меч, отлично! Меч теперь можем. Так. Ага. Руки. Так, ну это... Не очень... А вот меч как бы я давно уже хотел поменять. Все никак не выпадали чертежи. Хоу. Теперь поставим мечуган, будет прям вообще... Рвач. А ну-ка. Так. Отлично. Теперь желтый такой прям. Как лавовый, да, так смотрится. Крутяк. Крутяк так крутяк. Так, руки вот добавить. 360 брони можно. Броня вообще 8000 жизни добавляет. Ага, и еще вот эти вот ноги, да. Ну, хорошо так прям. Отлично, я бы даже сказал. Так. А ну-ка, что у нас там за новая зона будет теперь? Открыта новая зона. Пустошь! Что-то опасное. Наверняка. Так, а ну-ка, что он предлагает что-то купить? Так, ну мы тут ничего не будем покупать. Какая-то фигня. Так, а вот, пожалуй... Вот здесь вот, пожалуй, пройдем одну зону. Посмотрим, что там за враги. Наверняка какие-нибудь опаснейшие звери. Монстры всякие там. Пустошь. Давайте возьмем Аарона. Аарон молодец. Аарон и Аксел. Аксел его поддержит. Если вдруг что-то начнется, Аксел молодец, он поможет. Скорпион, в принципе. Легко. Так. Аарон вообще стрелок, он стреляет там с арбалета. Такой молодец. Кстати, насчет Нексосил. Все Нексосилы есть в отдельном видео. Вот. Есть также в отдельном видео все запретные силы. И в отдельном видео есть все новые Нексосилы Мерлока плюс комбо силы Мерлока. Так.
Ну, кто здесь хочет получить разряд? На-на-на, та вообще круть, да? Согласитесь. Можно стрелять сколько хочешь, с такого расстояния, никто до нас не дойдет. А ну-ка. На, получай, злодей. Пиу. Лазеры у них тоже есть. На, получи. Это прям скорпион так скорпион. А это, видимо, какой-то зеленый огонь. Вирусное пламя какое-то. Так, нам срочно нужна поддержка. Аран, держись. Уже скоро. Уходи от пламени. Так. Давай, еще чуть-чуть, Аарон, продержись. Новый уровень пополнения у меня сейчас будет. Ха! Вы видели, как он его подстрелил, да, прям? Отлично, прям. Жесть насыпает. Нет, Аарон! Что вы наделали? Вы уничтожили Аарона. Он теперь отправился в больницу. В лего-лечебницу для тяжело раненых бойцов. Но сейчас тогда Аксель за него отомстит. Ну, Аксель быстро там вышел, топором пару раз махнул. Все уже сразу поняли, что не стоило обижать Аарона. Что даже и у Аарона есть такие серьезные большие друзья, как Аксель. Вот это да, прям напряженная схватка была. Так, ну кто у нас тут паучок? Паучок, паучок. Да, как таракан, таракан, тараканище. На! Ну и кто здесь теперь большой босс? На, получай. Опа, еще разочек. Что? Прям три удара нужно его хлопнуть. А ведь Аксель не такой уж и тюфяк. Он бьет своим топором очень больно. Так. Новая передача. Очень больно с Акселом. Так, а ну-ка, покушать надо, да. Аксель любит пожевать. Новые какие-то там чертежи были. А ну, смотрим дальше. Получать перцовочки. Так. Отлично прям. Супер. Взорвался перчик, да? Пауки сразу подохли. Так. На. Крутяк. Ха-ха. Так. Кстати, сейчас новое видео на нашем канале появилось про Лего Ниндзяго. Тоже интересная игра такая, собирать разных ниндзя, спасать их там. Круть просто. Так, ну что ж, давайте используем стремительная атака. Сразу на пол жизни его, на! И Мерлок его сейчас доклассирует. Посох Мерлока! Ха-ха-ха! Да. Посох Мерлока. Он меня лечит, этот посох Мерлока. На. Вообще крутые новые Некса-силы. Я бы даже сказал, невероятно крутые. Там, даже такого слова не знаю. Как вам это объяснить? Но очень-очень хорошие. Так, что мы получили? Давайте посмотрим. В сундучках, вот это вот самое интересное. Так, шлем, кстати, для Клея хорошо. Бронька, бронька, отлично. Меч. Так, еще меч. Ну, тоже хорошо, да. Угу. Да, так, отличненько. Круть, круть, просто круть.
Вот это да, вот это был битва. Скорпионы так скорпионы были. Так, ну что ж, на этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.